Огонь универсиады пронесли по столице. 8 километров и 40 факелоносцев. Старт 17-му этапу эстафеты был дан у стен главного вуза страны – Московского государственного университета. От огня, который накануне доставили из Владимира, факел летней универсиады 2013 года зажег ректор МГУ Виктор Садовничий. Ректор МГУ передал факел в руки олимпийского чемпиона по конькобежному спорту Николаю Гуляеву. Факел универсиады впервые пронесли по улицам Москвы. Сама эстафета огня – новшество в истории всемирных студенческих игр. В церемонии приняли участие известные спортсмены, лучшие студенты города, а также звезды шоу-бизнеса и телевидения. Маленькая девочка, я, безусловно, мечтала когда-нибудь принести факел. Неважно, олимпиада, университет, сам факт того, что я бегу среди вот таких безумно именитых спортсменов. Вот, поэтому меня сейчас спрашивали, о чем вы думали? Я ни о чем не думала, я получала удовольствие и чувствовала на себе какую-то ответственность. Московский этап эстафеты огня завершился в Лужниках. От спортсменов столичных жителей поздравила двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Карина Азнавурян. Я поистине, и все наши спортсмены искренне рады, что этот праздник спорта, праздник молодежи, праздник студентов пройдет в нашей стране, в Казани. Я почему говорю, что это праздник, потому что сама участвовала в трех универсиадах и понимаю, насколько это приятно и как наши стены будут нам помогать. После столицы России эстафету примет Пермь. Огонь студенческих игр отправится туда уже завтра на специальном поезде, который состоит из 7 вагонов.